Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Я получила свой заказ Avon по майскому каталогу. Заказывала, как всегда, 1 мая. Ну и давайте... Так, сразу хочу сказать, что мне не пришли очки. Я заказывала очки, сейчас покажу, какие. Но они под кодом 5. Ну, что придут позже. Обидно, конечно, вот такие вот очки я заказала, солнцезащитные. Посмотрела просто на цены в магазинах и вообще, и решила, что это очень дешево, за 549 рублей минус скидка. Ну, так вот, на скидку, вроде бы мне идет такая форма. Хотела, в общем, заказать, никак не могу себе очки купить. Как пойду, так, ну, у нас там на улице торгуют, как пойду, так их нету. И уже в ту же солнце светит второй месяц, и я все без очков, без солнечных. Думаю, уже закажу в Эйвоне. Но не тут-то было. Вот. Ну, ладно, давайте начнем с новинок. Такие вот у нас новиночки выходят. Целая линейка. Клубничные мечты называется. Я взяла тут почти все, кроме крем-масла. Крем-масло будет в следующем каталоге подешевле. 199 рублей возьму там. Я попробовала в спрее, ну, взяла, конечно же, пену для ванны, не могла пройти мимо, как говорится, 179 рублей. Ну, дороговато, конечно. Ну-ка, может быть, хоть пену открыть, понюхать. У спрея все равно более резкий, мне кажется, аромат. Ну да, тут понежнее такой. Пахнет химозной клубникой, как все и говорят. Но меня это не остановило, я все равно хочу. Поэтому взяла все. Жидкое мыло, забыла, как называется. Конечно же, с таким ароматом. Очень красивое оформление. Вот это вот белое с зеленым, с красным, с голубым. Очень красиво сочетается. Также я взяла гель для душа. Такой вот он кремовый. Ну, посмотрим, что тут непонятно. Сильно он жидкий, не сильно. Ну, вроде так стекает. Вообще классно. Смотрится, конечно, это все. Ну, конечно же, спрей. Спрей тоже клубничные мечты. Клубника со сливками заявлена. Ну, не знаю, что-то сливок я здесь не чувствую. Чувствую просто химозную клубнику. Ну, да ладно. Ну, это такой тоже, вот, мне кажется, какой-то стандартный эйвоновский аромат. Он, мне кажется, уже был когда-то давным-давно. И также новиночка вышла, новое жидкое мыло. Тут вот абсолютная чистота. Хорошо, что они линейку тоже расширяют и жидкого мыла. Дороговато, конечно, 119 рублей. Но я вот когда новинка беру. Так, просто так, конечно, не покупаю. А когда новиночка какая-нибудь выходит, то почему бы и нет. Очень классный аромат. Мне нравится. Он такой нежный, приятный. Действительно такой чистоты. С ароматом белого мускуса и листьев бамбука. Классный аромат. Буду с удовольствием пользоваться. Ну, кстати говоря, я бы не сказала, что вот тут... Хотя здесь объем 250, да. Я бы не сказала, что быстро они как-то заканчиваются. Все равно на месяц хватает такого бутылька, поэтому можно иногда разориться, так скажем. Так, допоставка с прошлого заказа. Два крема Avon Naturals. Облепиха и толокнянка дневной 40+, и ночной тоже. Разглаживающий. Красивое, конечно, оформление. Давайте, может быть, аккуратненько. Охота посмотреть, какой там тюбик. Попаду, не попаду я туда. Попала. Вот, вот такой вот тюбичек. 50 миллилитров стоил или по 99 рублей. Странно, я вообще удивилась, что ну, не пришли в прошлый раз, потому что... Не думала, что это такой популярный продукт. Ну, посмотрим, потом спрошу у девочки на работе, она мне заказала. Девчонка, понравилось или нет. Так, также по фокусу. Ой.
было вот такое вот предложение за 429 рублей, здесь без скидки, ну, конечно, дороговато. 30-миллилитровые парфюмерные водички у меня заказали Attraction, ну, просто у меня девочка как бы хотела заказать, но в каталогах мы не видели. Потом я увидела в фокусе, решила, ну, ладно. Цену не стала никакую накручивать, меня как бы по ценам каталога покупают клиенты, но здесь как бы хоть и без скидки, ну, я уж не стала, думаю, куда еще задирать. У меня есть такой аромат, очень нравится формат, вот этот 30 миллилитров вообще самое то. Как бы 10, там 15, сколько там, по 10, да, по-моему, миллилитров маленькие. Маловато, 50 бывает многовато, вот 30 самое то. Ну, и в принципе, вот, ну, неплохо так, ну, красивое оформление. Мне нравится. И была акция, ну, типа товара дня. Значит, можно было там выбрать парфюмы. То уже 1 числа одни были. Вчера или позавчера смотрела, уже какие-то другие там предлагали. И мужские, и женские. В общем, ой, я не помню, насколько там надо было заказ сделать. В общем, за 250 рублей можно было выбрать парфюм. Я решила взять, почти халява, можно сказать. Взяла Incandescence Glow, это синенький шарик. Что интересно, да, что все инкандесенсы, по-моему, кроме классического, идут заслюдированы. Я давно уже смотрела на этот аромат. А, кстати, Attraction хотела же ноту сказать. Тоже. Attraction у нас древесно-фруктовый аромат, ежевика, магнетический мускус и амбры. Он мне, кстати, и раньше не нравился, но потом как-то попался. Ой, что я с ножом сюда вылезла. Потом как-то мне или в пакете сюрпризы попался, и я его распробовала. И зимой прям вообще хорошо так зашел. Так, ладно, не будем отвлекаться. Дальше уже Incandescence Glow. Сейчас я его распечатаю. Часто он бывает в каких-нибудь распродажах там или по каким-то предложениям. А вот я все думала, думала, нужен он мне или не нужен он мне. Как-то даже пробники брала. Ну, в итоге, в общем, за 250 рублей я решила взять. Думаю, возьму и, ну, если не понравится, может, девчонкам там на работе продам по дешевке. Кое-как открыла. Такой вот красивый синенький шарик. И очень, конечно, удобная форма у этих водичек. В плане вот с собой, например, брать вообще неудобно. Я сейчас лотосом пользуюсь. И как-то у меня в сумке не помещается. Так, надо брызнуть. Так, это у нас цветочный аромат. Бергамот, магнолия и ветивер. Вот именно из-за нот я боялась, что сильно, может быть, бергамот будет солировать. Ну, нет, здесь как-то перемешано. Ну, такой простенький аромат. Вот я говорю, я сколько пробников не брала, я его так, он у меня не отложился. Даже на какой-то освежитель воздуха похож, если честно. Ну, не знаю, оставлю себе, в общем, пусть будет за 250 рублей. Очень даже и неплохо, я считаю. Для разнообразия. Летом, кстати, вот на лето, мне кажется, он хорош будет. В общем, оставляю. Так, дальше заказали у меня тушь. Ультра Волюм. Тоже. Сейчас открою, покажу. Мне нравится, как бы по моему совету. Взяла девочка, спросила там, какую тушь лучше взять. Мне вот понравилась вот эта тушь. У нее большая такая пушистая щеточка. 319 рублей она по каталогу стоила. Такие пушистые ресницы делает. Если бы у меня не было бы сейчас в запасах куча туши, я бы, наверное, бы ее, ну, вот, на нее перешла, ей бы пользовалась. Мне нравится она. Так. А, вот еще с парфюмами-то мы не закончили. Значит, пришла мне новиночка вот этого вот Attraction. Разожги огонь страсти. Так, тут у нас помады. Вишневый.
Так, для нее вишня, жасмин, самбак, золотой янтарь, восточный аромат и мужской вот древесный. Ну, мужской я не стала брать, он мне не нужен. Так, я взяла пробник, а вот это мне, по-моему, в подарок прислали. А, нет, это я его и заказала. Это у меня еще тут персив стилк, оказывается. Ой, куда бы это сейчас все набрызгать? А я-то думала, мне бесплатно прислали. Так. Ой, ну он тоже такой вот. Есть вот эта вот база тяжеленькая трекшена. Вот я его и чувствую. Что-то я вишни тут вообще не... Думала, сначала будет вишня в нос бить. Но нет. Пока вот не чувствую. Ну ладно. В ближайших, наверное, пустых баночках, я думаю, я его быстро использую, расскажу вам. И вот этот вот персив силк новиночка. Я не фанатка персивов, но вроде говорят, что очень приятный. Ну, в общем, возьму потом миниатюрку целиком, не захотела его брать. Это у нас цветочно-фруктовый аромат, итальянский мандарин, жасмин и мускус. Давайте его протестируем тоже. Тоже интересно. Блин, ну вот этот вот пахнет освежителем воздуха. Правда, таким каким-то вот стандартным. Что-то цитрусовое тут промелькнуло. Итальянский мандарин, наверное. Ну, приятный аромат. Нету, не похож на персив, на классический. Я его потому что терпеть не могу. Он такой вот тоже летний такой, летящий, можно сказать. На жару подойдет. Ну, тоже потом более уже развернутый отзыв в пустых баночках, да? Неплохой, приятный. Так, дальше я заказала вот такое вот покрытие для ногтей. Свекровь меня попросила заказать. Берет иногда, ну, какие-нибудь укрепляющие. И не знаю, вроде бы я ей брала уже такое вот золотое. Ну, почитала просто, больше всего мне как бы понравилось по описанию. Теперь главное не забыть ей отдать, а то она мне как-то шампунь заказала. Я его что-то закинула в кладовку и только через 2 месяца нашла. Она тоже благополучно забыла о нем. В общем, был сюрприз потом, когда принесла уже на 8 марта. Ну, пришлось в качестве подарка подарить. Она говорит, я уже 100 лет забыла, что я его брала. Я говорю, если честно, то я тоже. Так, ну и не могла я, конечно же, пройти мимо. А, кстати, я забыла сказать в прошлом обзоре вот заказа Avon, что тоже не пришел лак. Вообще его не было. Вот, ну, новый был оттенок. Тут хоть очки хоть написали, что позже придут. А того вообще не было тоже. Новый оттенок был блестящего лака. И вот так я его и не заказала. Уже в следующих каталогах его нет. Очень классная была акция. Просто вообще космически бомбическая. На помады, очень они сейчас вот прям продвигают помаду ультра, изменили формулу, плюс добавили оттенков. В общем, можно было взять набором карандаш для губ плюс помада всего лишь за 199 рублей без скидки. Да и черт с ней, с этой скидкой, за такую цену вообще, вот можно сказать, 100 рублей помада, 100 рублей карандаш, да? Вот если бы у меня не было помад, я бы, наверное, 10 наборов бы точно взяла. Смотрите, ну, это, конечно, для представителей акция, но я думаю, что, может быть, представители предложат и клиентам своим. Тут уже все подобрано. К помадам подобраны карандаши, но можно также и в разброс брать. Например, может быть, у вас уже есть там такой карандаш, да, а помаду вы хотите. Ну, как бы... Просто код помады, код карандаша. Вот эти вот новые я не стала брать оттенки. Лучше в пробнике это уже сделали. Тут вообще непонятно, мне кажется,
как одинаковые все. Я не знаю, на какую-то грамульку отличаются. Но надо смотреть, может быть, где-нибудь обзоры, кто закажет. В общем, ладно, давайте смотреть. Заказала я два карандаша для губ сроду. Я ими не пользовалась раньше, но решила помаленьку начать. Ну, думаю, если даже и не буду как подводить, да, губы, может быть, просто как помаду под маску. Они очень стойкие оказались. Я тут сделала сводчи, и вот до сих пор не смогла стереть. Уже несколько раз руки мылом мыла. Так, Mystery Move. Солнце уже садится, и поэтому отсвечивает немножко. Лиловая тайна. Я думала, он будет более лиловым, но он какой-то такой лилово-коричневый, я бы сказала. Вообще, карандаши от Avon все хвалят, и цена их по каталогу где-то 229 рублей. Ну, я говорю, это супер выгодные вообще наборы получились. Так, наверное, без солнца. Больше в какой-то коричневый уходит, но у меня есть помада, даже если что, такого подходящего цвета. Ладно. И если хорошо пойдут карандаши, то еще закажу другие оттенки, потому что оттенки вообще все классные. Карандаши Avon и розовый букет. Давно хотела тоже этот... Нет, пинг. Нет, все-таки розовый букет я заказала. Еще хотела розовый кашемир. Ну ладно. Ну, в общем, решила пока вот два набора взять. Потому что помады, ну, только тоже, только те, которые очень хотела, заказала. Поярче уже такой, вот этот у меня более подходящий под помады, но тоже такой довольно-таки яркий. Можно было, конечно, и розовый кашемир взять. Ну, ладно, еще не вечер. Куплю еще не одну. Так, дальше. Одну я помаду взяла матовую из тех вот оттенков, что я показывала. Розовый виноград я взяла. Ну, два оттенка, которые больше всего понравились, те и взяла. Она такая кремовая. Вообще, как бы до этого я матовые помады у Avon не очень люблю. Они все какие-то пластилиновые. Такой матовый футляр красивый. Ну, решила все-таки взять. Ёшкин кот, это солнце вообще не в тему. Очень оно так хорошо ложится. Ну, вот я показывала на губах оттенки помад. Вроде сказали, что хорошо, можно брать. Ну, я люблю такие оттенки. Она, конечно, темненькая такая. Вот тут она даже не выглядит в стике матовой. Посмотрите, как блестит. Я бы даже сказала, что она такая полуматовая. Ну, мне понравилась формула этой помады. Классная. Так, поставим красоту. И вторая помада. Это уже кремовая. Пудровая мечта. Blush Nude. Тоже у меня нет такого... подобного оттенка. Она светлая такая. Вообще что-то светлых нет. Одних ярких я набрала. И холодный такой розовый. Мне понравился. Оттенок классный. Тоже ложится так, как по маслу. На солнышке покажу. Без солнышка покажу. Классные, в общем, помады. Замечательная акция. Можно вообще весь заказ сделать состоящим из вот этих вот наборов. Ну, вроде бы как все, там каталоги остались. Каталоги с вами пораньше в этот раз полистаем, не буду так сильно затягивать. Больше я ничего тут не заказывала по фокусу. Вот такой вот у меня был небольшой заказ. И я особо ничего не предлагала так вот. То, что попросил, заказала и все. Не бегала, не бегала, не прыгала по клиентам, так что это не собирала заказ, можно так сказать. Ну, все равно интересная и декоративка, и парфюмчики. Радовала такой акции.
И что в первый день прямо ее выставили. Обычно там только закажешь первый день, на следующий день какую-нибудь акцию придумывают. Буду с удовольствием всем пользоваться. И всем большое спасибо за внимание и до новых встреч. Пока-пока.